Ну, а как же все начиналось? Основоположником современной космонавтики, как я уже сказала, являлся русский исследователь, ученый-самоучка и, в общем-то, в прошлом школьный учитель Константин Эдуардович Циолковский. История развития космонавтики. Именно так называется выставка, которая открылась в Щелковской центральной библиотеке. Она рассказывает об основных этапах освоения космического пространства. От трудов советского ученого, разрабатывавшего теоретические вопросы космонавтики Циолковского, до выхода человека в открытый космос. Представленные экспозиции отражены и современные достижения космонавтики. Краткая и лаконичная информация на стендах представлена в хронологическом порядке для удобства. Богатый иллюстративный материал делает выставку не только познавательный, но и информационно насыщенный. Выставка рассчитана на разную аудиторию, но все же больше всего должна заинтересовать подрастающее поколение. Так, на открытие выставки пришли студенты Щелковского колледжа, которые внимательно слушали, а после смогли легко ответить на вопросы лектора. С какого космодрома, сейчас проверю вашу внимательность, стартовал первый пилотируемый космический корабль? Байконур. Щелковский край, как мы уже привыкли говорить, что это край авиации и космонавтики. То есть отсюда, как сказал наш известный щелковский поэт, ворота открыты в космос. Выставка «История развития космонавтики» будет проходить в Щелковской центральной библиотеке до 30 апреля включительно. Успейте посетить. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.